со звуком. Еще больше утра, еще больше звука. Ну, друзья, вот такая вот замечательная мелодичная песенка была до Папы Дзынь. Да. До того, как «Лишь бы ты всегда была». Ух. Прям такие песни, которые за душу цепляют, я бы сказал. Дима, расскажи, пожалуйста, а какой секрет успеха твой, как ты думаешь? Вообще, вот есть у тебя, ну, понятно, что, возможно, у тебя много планов, которые еще не осуществленных целей, но, тем не менее, вот как ты думаешь, что помогает больше всего добиваться намеченного? Лично мне помогает то, что мне прежде всего нравится работать. Я не люблю отдыхать. Это факт. И я даже не помню, когда у меня был последний выходной. У меня, кроме музыкальной деятельности, я еще преподаю и очень много преподаю. А что ты преподаешь? Я преподаю английский язык, испанский язык, игру на гитаре и так далее. Да, между прочим, Дима сам окончил русско-испанскую школу. Да, я сейчас это уже гимназия, которая, кстати, здесь недалеко находится, рядом со студией. И огромная, конечно, благодарность учителям, которые смогли воспитать во мне именно вот того человека, кем я являюсь. И, конечно же, второй секрет, если это можно так назвать, успеха. Это люди, которые меня окружают. Я стараюсь окружить себя людьми, которые для меня, прежде всего, интересны, и которым я интересен, с которыми можно идти, как бы, как говорится, в бой и доверять им полностью. Ну да, наверное, так и есть. Вот по творческой своей стезе, как ты продвигаешься? Вот что ты делаешь каждый день в этом направлении? Каждый день я сажусь за инструмент и какие-то свои мысли и, может быть, эмоции раскладываю по музыкальным партиям. Для меня это огромное удовольствие. Причем, если раньше это была гитара, то сейчас, последние, наверное, полгода, это клавиша. А уроки вокала? Ну, то есть, как ты тренируешься, чтобы себя в форме поддерживать? Я сейчас без преподавателя по вокалу, к сожалению, потому что мой бывший преподаватель больше не может работать в этой сфере. И сейчас я ищу себе. А так, ну, сам распеваюсь, конечно, дома, когда есть возможность. Просто не всегда она есть, потому что просыпаюсь и сразу выхожу из дома, все, дела. А вечером уже как бы соседи не позволяют это делать. Еще у меня есть вопрос. Давай. Полина сегодня просто первый день вышла из отпуска. Да, много вопросов. Да. Собирала вопросы, вот, не отдыхала, а копила вопросы. Да. Много всего задавалось. Где ты выступаешь? Вот как сейчас ты общаешься с публикой, с народом? У меня прошло недавно первое сольное выступление. Хотя нет, это уже второе, наверное, было сольное выступление. Это было городское мероприятие «День юмора» на ВВЦ, куда меня позвали, и я с радостью согласился. Причем это был для меня новый опыт, я выступал с танцорами. Если раньше я всегда выступал с гитарой в руках, то теперь я себя чувствовал не очень уверенно, потому что я хоть и занимался когда-то танцами давно, но все-таки в окружении профессиональных танцоров я, мне кажется, смотрелся каким-то увольнем, и это было, ну, на мой взгляд, немножко нелепо. А вы не синхронизировали движения, нет? Нет, мы не синхронизировали, я пока не ставил себе хореографию, но все-таки я честно, для меня это немножко странно, то есть как бы парню из рок-тусовки танцевать. Ну, как бы, конечно, это все интересно, это здорово, и я буду этим заниматься. Но вот пока это было немножко, наверное, не гармонично. И мое самое первое сольное выступление прошло в городе Санкт-Петербург. Как раз-таки с моими друзьями группой Хаки мы выступали в клубе «Зал ожидания». И мне кажется, тогда все прошло на ура. Я выступал просто под одну акустическую гитару. Но это было очень интересно. А с чем было связано, что под одну гитару? Другой аппаратуры там не нашлось? Просто я ехал разогревать парней их концерт, и чтобы как-то более лайтово выступить, чем парни, поскольку они играли в роке, то есть со всеми инструментами, это было логично играть под акустику. Чтобы не обидеть хедлайнера. Ну ладно. Почему? Акустика тоже достойно смотрится. Я был таким лирическим героем в тот вечер. А ты не записываешь акустические версии? Да, записываю вместе акустические версии некоторых своих песен. Причем я стараюсь сделать акустику интересной, то есть при участии каких-то оркестровых инструментов, аранжировок, либо с диджеями совместно что-то делаю, акустическое звучание. Вот у меня несколько лет назад был трек «В этой войне», который мы записывали с квартетом со струнным. В принципе. Как любопытно. А где их можно услышать? Все есть в интернете. У меня готовится сейчас сайт официальный, а пока это соцсети. Это всякие странички на Фейсбуке, контакты и так далее. Друзья мои, ищите Диму ВКонтакте. Вот, мы послушаем сейчас немножечко песенок. Beef Guys, я тебя бум-бум-бум, PH Electro, Every Brace, You Take. И, собственно, вернемся к вам уже очень даже скоро. Да.
Остерегайтесь подделок. Настоящее утро только со звуком. На Радио 13.